как отработать возражение до его появления. Итак, возражение — это как тюбик зубной пасты. Если вы наступили на тюбик и паста вылезла, ее очень сложно затолкать обратно в тюбик. То же самое с возражением. Если оно вылезло, с ним можно работать, но это сложнее. Если вы точно знаете, что у вас самые дорогие цены на рынке, начните с этого. Отработайте возражение до его появления. Так и скажите: слушайте, у нас цены самые дорогие на рынке. Хотите, расскажу почему? Если, не знаю, у вас расширенная гарантия, а все клиенты задают вопросы по гарантии, начните вопрос с того, что у нас расширенная гарантия, давайте про это поговорим. В конце концов, если у вас какие-то там специальные условия доставки, начните с этого, отработайте возражения до их появления. Если все клиенты говорят, что нужно посоветоваться, начните с этого, скажите: обычно клиенты советуются, сейчас я вам объясню, почему имеет смысл купить сразу. Отработайте возражения до его появления и посмотрите на результат. На связи был Игорь Адашевский, и до встречи на следующем тренинге.